Здравствуйте, товарищ Рыбалов. Сегодняшний видеообзор хочу посвятить очень интересной приманке от компании Alvega. Называется приманка Little Creepy. Длина ее составляет 50 мм. Я думаю, все уже узнали форму данной приманки. У многих производителей данная приманка есть в их ассортименте. Но что же делать нам, рыболовам, при таком огромном количестве одинаковых приманок? Я подхожу к этому, к выбору приманок определенным способом. Я выбираю наиболее живучую и сделанную из мягкого силикона, чтобы приманка была не дубовая, а играла. И вот как раз таки вот эта приманка изготовлена из съедобного силикона. Как видите, на вид напоминает такую многоножку с небольшим твистерным хвостиком. И червеобразное сегментированное тело. Данная приманка является одной из топовых для ловли окуня при лайтовой джиговой ловле. Она у меня фактически на первых местах по количеству пойманной рыбы. Данную приманку я выбирал в основном по качество изготовления и наименьшей стоимости. Потому что есть приманки аналогичной формы у других производителей, но за них хотят неадекватных денег. А здесь соотношение цены и качества просто идеальный баланс. В упаковочке как раз таких по 10 штук, производитель не жадничает. А то бывает положит то 5 штук. То есть, порой бывает, пачка уходит за рыбалку. При большой стоимости резины это неприемлемо. А вот здесь как раз-таки идеальный баланс. Оснащать приманку можно различными способами. Как на классическом офсетном крючке с шарнирно закрепленным грузом чебурашкой. Либо же миниатюрной джиговой головкой с впаянным крючком. Также приманка отлично себе показывает на разнесенных оснастках, дропшоте, отводном поводке. Я преимущественно использую данную приманку с офсетным крючком и с грузом чебурашки. Окуня просто выкашивает от небольшого спортивного размера до вполне хороших экземпляров размером по 600-800 грамм. Так что можете смело приобретать. Приманка недорогая, качественная и, что самое главное, уловистая. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.